давайте. Вот вас я не проверял. А проверяйте, пожалуйста, я чист, как стеклышко. И трезвый. Абсолютно. Водкой пахнет. Ну, водкой я и лечусь. Водкой пахнет. Да, правильно. Никакого поветрия благодаря водке. Вот ваше лекарство найдено. Благодарю вас. Пойду изготавливать водку. Я чуть за тобой не закрыл. Ты закрывай. Закрывай, закрывай, закрывай. Ой, бляха-муха. Ой, пипец. Нафига я тут работаю? Мне 10 тысяч, блин, месяц платят. А тут еще полный какой-то кобздец. Помоги, брат. Ну ты придурок. 9-9. Добрый! Не смогу выполнять свои обязанности. Перекладываю свои полномочия на вас. Здравствуйте, товарищ охранник, я уборщик. Я понимаю, пойдемте, я вас спасу, наверное. Я вижу. Давайте. Все. Что? Тут первый день, блин. Тут уже полный пипец происходит. Сука, гранаты нету. Что вы делаете? Я пытаюсь ее убить. Кажется, она паралич. Приличие. Пока позанимайтесь, а я пойду помою. Давай. Да ты за... Да сука, что ж такое? Я тебе в рот, понимаешь? А хочу пригласить вас на собственные сервера по вселенной SCP и Minecraft. Так что если хотите попасть в видео или поддержать проект, то ссылка в описании. Заражен. Нет, я не заражен. Знаете почему? Потому что вот. Заражены, от вас несет. Доктор, смотрите, что я сделал. Вот вы говорите, что от меня веет поветрием, правильно, да? Правильно. Теперь знаете, что я сделал? Я взял, короче, аптечку. И просто вытянул с помощью нее из себя все поветрие, которое было. Теперь абсолютно здоров, но от аптечки воняет, вот нать. Предмет должен быть уничтожен. Да. Кто осмелится взять предмет этот с поветрием? Уничтожим этот предмет, правильно? Правильно, поветрие должно быть уничтожено. Ни слова по-русски. Умри, поветрие, умри! Стреляйте, пока оно не выветрится, или что там с ним должно случиться. Ой, у нас там проблемы, ёб твою мать! Да чё оно нет? Охуеть, отходим! Бежим, свободно. Сука, со своим поветрием, я подействую против участия секретного лукауса, тут слишком много модусов, слышим, вызываем подкрепление. Битва экономик просто. Давайте выведем нашего... Доктор, идите с нами. Я должен найти зараженного. А мы знаем где. Где он? У нас один на базе имеется, пойдемте. Базе? Хотя почему один, два, по-моему? Почему же вы держите его на базе, его нужно вылечить? Мы его изолировали специально для вас, потому что мы не знаем, что делать с такими зараженными. Правильно же? Правильно, блядь. Вот. Поэтому нам нужен эксперт в виде вас. Но нам нужно проникнуть бы на сервера. Будем дудосить SCP эти... Ой-ой-ой-ой. Добрый день. И здравствуйте. Кого дудосить будем? Проверка на прививке стоять. Подождите, у нас тут проблемы. Хорошо, иди сюда. Давайте мы повоюем, а потом уже вот это. Говорит командир отряда Миски 11, вызываю подкрепление МОГА. Сука! Говорит командир МОГА, вызываю подкрепление МОГА. Надо очень срочно, много-мога. Много-мога. Много-мога? Много-мога. Давайте, я первым. Вот, смотрите, что у меня есть. Вот, аптечка. Аптечка. Она лечит от всего. Вообще от всего. Пожалуй, соглашусь с вами. Хотите закинуться? Это плохо, так нельзя. Не, я вас понял. Бэт от тебя и воняет. От тебя говно и воняет, дверь закрой. Вы это остальных подождите. Ну чё, с тобой вдвоём остались? Да, Таш, ты что-то хочешь предложить? Я ж не знаю. Не, ну ты говори, я ко всему открыт. Там 939. Ну, сука, блядь, а? 939, назад. Говорит командир новоприбывший. Я вам жопы спас, сука. Вы теперь проставиться должны. Черт побери, у меня весь обвес с оружия пропал. Поздравляю. Где мой коллиматор ЭСОП за $500? Какого хуя? И 939, она на рожку спустилась где-то. Пока что одна, один экземпляр. Пока что. А то она размножаться умеет. Так, давайте по чесноку. Ну кто мне спиздил мой коллиматор? Ну сволочи же, а? Да, а дайте кто-то планшет, пожалуйста. Все, я готов, пацаны. Ау.
походу их съели. В принципе, ситуация вполне штатная сейчас, просто нужно определить, так скажем, какие объекты еще. Ну я бы сказал, она штатная для нештатных ситуаций. Господи, бля, еще... Вы куда делись? Да... Там нету никого. Коллиматор пришлось справлять, спиздили. Потеряшки, за мной. Ну, в смысле простите. Потеряшки? Я только что приехал, дезонтировался. Да все равно потеряшка. Как бы не спорь с начальником. Да какой он мне начальник, я его старше по званию. Да вы равнозначные вообще. Нет, он меня старше по званию. Я его старше по званию. Да? А, ой, прошу прощения, великодурственно. Извиняюсь. Вам, знаете что, там это, привет, ваш коллиматор искали. Это ваш командир. А я уже нашел, я чужой взял. Мне, блядь, на задание вот эту хуйню, блядь, дали. Да, блядь. Я, сынка, буду воевать, блядь, на батальон, лейтенант. Ох, ёпта, твою мать. А, карточка где? Уходит, уходит. Все, мне никакие больше научные сотрудники не интересны. Все красное и страшно. Я буду... Ох, твою же, сука, маму. Ух, твою маму, твою маму! Просто беги нахер! Ой, я за... Я физру прогуливал, спасай тебя! Сейчас... Окей, полетел. О, нормально. Хорошо пошло. 24, кто английский учил, я не понимаю. Потери в связи с большим количеством восстанцев хаоса. Минус один у нас. Открывайся. Нет. Лифт, едь. Твою же сука, мать. Это Тарас Моисеевич. Вы там как, чё вас слышишь? Жмыхнуло, да? Пойдемте. Слышь, карточку отдай, или мы тебе как-то, да? Или... Вот. Опять это ебать, 1 сентября, опять читать этот, книги. Букварь купил? Кому? Девушке своей. О, блин. О, сама. Че ты за мумия у нас слышал? Ручку. Я не вижу сквозь вас. Сталкер оружие убрал. Оружие убрал, сталкер. Сталкер оружие убрал. Твою, сука, мам. Птица, помоги. Птица. Птица, спаси. Птица. О, господи. Открой это дерьмо, открой это дерьмо. Ученый копченый. Сюда, сюда. Я обосрал. У меня есть такая карта. Блин, фу, а то я думаю, воняет что-то. Поедешь на другом лифте, давай, вали. Че он там задохнется. Да. Дверь закрой, воняет. Бляха, муха, да что ж такое? Там была большая крокодила, и она по улице ходила. Ещё один. Твою же, сука, мать, да чё их тут, несколько видов, что ли? Чё это за зоопарк, не... Спасите! Стоять. Да нет, не стоять! Там какая-то жопа, и там еще два моих чувака знакомых, они вот, типа, все. Опа. Спасите их, братаны. Куда пошли-то хотя бы? На эвакуацию. А, да я не против. Вперед, шагом марш. Да я только рад. Я думал, что обратно туда. Ну, если хочешь, можем обратно. Да не, мне нормально. А хочу пригласить вас на собственные сервера по вселенной SCP и Minecraft. Так что, если хотите попасть в видео или поддержать проект, то ссылка в описании.